Всех приветствую. Сегодня 10 февраля, понедельник. Получилось выйти на охоту. Свежие следы. Вышел, след поймал, сдвоил. Правда, я чуть направо ушел. Думал, уже след. Один след вышел с куста, направо шел, только к нему отворачиваюсь, а это, оказывается, другой заяц напролом это через куст прошел, а мой заяц, которого я начал тропить, выбежал с этого куста, с той стороны. Сделал несколько выстрелов, но ветки не камыши, дробь прилично рассыпается, но подранил. Видно было, что он начал подхрамывая бежать. Шел-шел за ним. Он вышел к речке, сидит, видит меня. Я лежу. Расстояние, вот уже после я посчитал, 101 шаг был. Лежал-лежал, короче, и вы видели, как это все было. Пришлось пострелять, потому что он уже дистанцию держит такую. Снегоступы снял и уже по льду, ну как по льду, по речке. Более-менее снег такой неглубокий. Рывком сделал марш-бросок и вдогонку уже еще раз выстрелил, добил. Еле взял. Этого зайца я за этот сезон, если не ошибаюсь, поднимал раза 5-6. Было пару раз и выстрелы делал. Такая площадка у него удобная. С этой стороны захожу, он с этой уходит. Как ни подхожу, все равно как бы уходит, уходит. И сегодня как бы наконец-то получилось добыть его. Заяц. Заяц взрослый. Реально вот. Большой заяц. Матерый. Партизан. Меня с полем, вам ни пуха, ни пера. До новых встреч.